Необъятную страну объединило творчество. В четырех российских регионах прошли отборочные этапы фестиваля «Вместе мы – Россия». В числе избранных оказалась и Чувашия. На несколько дней республика озарилась всеми красками народного искусства. Фольклоры, эстрадные песни, обрядовые танцы, искусные поделки мастеров – все это предстоит оценить жюри. Выбрать лучших будет довольно непросто. В этом убедились и мои коллеги. Россия раскинулась от южных морей до полярного края, но никакие расстояния не стали преградой для встречи. Вместе их объединила любовь к своей стране, которая не знает границ. Свои теплые чувства к родине на этом фестивале выражали коллективы из 20 регионов. Именно Чебоксарам выпала честь собрать на одной сцене представителей двух федеральных округов. Приехали самые лучшие – победители региональных этапов. Такая разная культура, соседи Чувашии, далекий Урал. Но когда народные коллективы собираются вместе, концерт превращается в поистине уникальное шоу. Удмуртские напевы, обрядовые танцы северных племен, задорные частушки из Саратова. Чувашские артисты встречали гостей по-хозяйски и исполняли для них национальные гостевые песни. Вот они, те самые традиции старины глубокой. Без чувашского языка, без чувашских обычаев, без чувашской песни и танцев. Тут, конечно, праздника не будет сегодня. Тут можно познакомиться, как бы поделиться опытом. Поэтому все хорошо. Ансамбль из Сургута хозяевам ответил танцами. В своих номерах артисты всегда пытаются рассказать об истории и красоте родного края. Вместо слов – движения и жесты. Читать их зрители учатся уже с первых минут. Секреты своих неподражаемых танцев в коллективе передают из поколения в поколение. Мы изображаем лес, болото, в общем, нашу природу. Изображаем охотников, рыболовов. В общем, такую общую картину. Оленей, всех животных, которые вот обитают в нашем округе. В краю 100 тысяч песен народные коллективы пробудут до конца недели. Каждый регион представит на суд жюри свою концертную программу. Лучшие из лучших выступят на гала-концерте, который состоится в Москве. Ансамбли со всей страны объединятся в одно целое в следующем году, в День народного единства. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.